Всем привет! Сегодня у нас с вами распаковка колонки Marshall Kilburn 2. Обзор будет на нее позднее, по итогам использования данной модели. Давайте посмотрим, какая информация есть на самой коробке. На лицевой стороне у нас представлен внешний вид, ну и, соответственно, название модели Kilburn. Kilburn 2, если быть более точным. С этой стороны у нас также внешний вид, а с обратной стороны у нас есть некоторые характеристики по данной модели. Ну и с этой стороны у нас тоже характеристики и некоторая информация, но уже на различных языках, кроме английского. Что же интересного нам производитель сообщает на упаковке? Время воспроизведения данной колонки более 20 часов. Направление звука в обе стороны относительно колонки. Версия Bluetooth 5.0 с технологией APTX. Защита от капель воды, ну, в общем-то, ерунда. Самое интересное, вес у этой колонки 2,5 килограмма. Мощность динамиков 1,25 ватт и 2 динамика по 15 ватт. Видимо, те, которые направлены один в одну, другой в другую сторону. Посмотрим с вами. Диапазон частот от 52 Гц до 20 000 Гц. Ну и вроде как все, больше ничего интересного. Давайте с вами именно распакуем и посмотрим, что же у нас внутри. Как ее расположить, чтобы было видно? Включение происходит поворотом ручки громкости. Здесь зарядка указана. Так. Английский, русский у нас присутствует на 26 странице. Просто описание. Описание того, что у нас прилагается на рисунке. На комплектацию мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим на то, что из себя представляет сама колонка. Интересно, конечно, такая небольшая колонка оказалась по сравнению с коробкой. Видимо, производитель хотел как-то подчеркнуть, что стоимость у этой колонки очень большая, поэтому ей нужна большая упаковка. Колонка Marshall Kilburn 2. Kilburn. Интересно, да, название? Вроде бы хочется произнести как Kilburn, но нет, это не Kilburn, это Kilburn. Ну да, 2,5 килограмма в руке ощущается, но при этом колонка все же действительно не сильно большая. Я думал, что она будет прям ощутимо больше, чем та же самая JBL Charge 4. Но нет, она конечно, крупнее, она ее в два раза крупнее, но не настолько больше. Материал, ощущение, вес. Но пока что все прям приятно воспринимается, очень. Давайте немного поподробнее поговорим про внешний вид. С передней стороны у нас сетка металлическая, которая прикрывает динамики. Надпись Marshall вот таким образом выполнена. Прям как на комбоусилителях Marshall. С нижней стороны у нас резиновые ножки, причем резина довольно-таки мягкая, то есть устойчивость этой колонки прям очень ощутимая, хорошо стоит. Плюс, конечно же, вес ее 2,5 килограмма дает о себе знать. Немного еле заметный шов, где сходится материал обивки. По сторонам у нас есть лишь ушки, с которых можно, соответственно, снять. Ах, сейчас не буду снимать. Но, в общем-то, можно снять ремень, если он вам мешает. Сам ремень, рукоятка выполнена вот таким вот образом. Очень мягкий с обратной стороны. Как выглядят органы управления. Защита на углах. Порт фазоинвертора. Фазоинвертор чувствуется, что идет тоже с изгибом внутрь. Здесь у нас, не знаю, сюда, по идее, у нас выходит еще один динамик дополнительный. Включение через порт AUX. А здесь у нас подключение к сети данной колонки. Ну, ладно. Конечно, понятно, что от данной колонки у нас будут восхищения. Но посмотрим, что она из себя представляет. Давайте не будем поддаваться прям какой-то особой эйфории. Давайте-ка включим ее.
Как мы видим, у нас всего лишь два индикатора сейчас загорелось, то есть колонка ближе к разряду, чем к заряду. Ну и давайте в качестве заключения этой распаковки подключим колонку и послушаем, как она у нас звучит. Сделаем громкость на планшете примерно на 75-80% и громкость будем с вами регулировать на самой колонке. Регулировка тембров у нас стоит на нулях. Где-то здесь у нас высокочастотник расположен. С этой стороны, я думал, будет более широкополосный динамик, но пока слышно более высокочастотное звучание. Так, давайте что-нибудь другое еще. Высокие частоты на максимум, высокие частоты на минимум. Первые впечатления от воспроизведения данной акустики, в общем-то, приятные. Низкие частоты, они так слегка добавляют низов. Не могу сказать, что какой-то прям супер напористый бас, но сейчас мы дальше послушаем другую композицию. Высоких частот даже на минимальном значении лично для меня достаточно, по крайней мере, вот при таком близком прослушивании. Наполовину их уже много, но прям на максимум их уже очень много. Но в то же время на данный момент я не услышал какого-то раздражения от высоких частот, они так достаточно мягко играют. Ну, это первое ощущение, но самое главное, что какого-то эффекта, что называется, вау-эффект от данной колонки, конечно же, нет при ее огромнейшей стоимости на самом деле. Акустика, в общем-то, дорогая, какого-то особого эффекта от музыки сейчас я не услышал, но попробуем с вами еще что-нибудь просто послушать. Высокие на максимум. Середину, высокие на минимум, бас на середине, попробую как-то сформулировать свои впечатления от данной колонки. На самом деле, как-то все достаточно просто, ничего особенного за эту сумму в этой колонке нет. Звук просто вроде как приятный, хороший, но чего-то прям особенного в нем нет. Даже наоборот, первое ощущение, мне показалось, что звук какой-то немножко пластиковый, так сказать, неестественный. Но это будет все попозже в полноценном обзоре. В комплектации, конечно, хотелось бы видеть какой-нибудь хотя бы хороший провод для подключения по AUX. Приятно, что в этой модели есть хотя бы APTX, но, опять же, это просто APTX. Сейчас уже
присутствует aptX HD, он, соответственно, более высокого качества, но, опять же, в этой колонке этого нету, поэтому по звуку, по комплектации, по характеристикам все достаточно просто и сухо, ничем эта колонка особо не выделяется, а вот внешний вид у нее, конечно, классный и приятный. Ощущается она прям здорово. То есть такая колонка, в которой вы, по сути, платите за бренд и за стиль. Можно сказать, что аудиосистема основную стоимость финансов берет за свой внешний вид, за дизайн, за производителя Marshall. И в целом больше ничего особенного в ней нету. Ну, в будущем будет обзор на эту колонку, сравнение ее с другими колонками. Конечно же, сравним ее с JBL Charge 4, с Anker Soundcore Motion Plus. Ну и посмотрим, как она себя покажет в сравнении с значительно более дешевыми колонками. Так что до новых встреч, не болейте и не скучайте. Всем пока!